Всем большой привет! Сегодня будем красить пасхальные яйца отваром из краснокочанной капусты. Используя этот натуральный краситель, можно окрасить яйца от светло-голубого цвета до насыщенного темно-синего. Чтобы яйца получились более яркими и интересными, мы их не просто покрасим, а применим определенную технику. Приятного просмотра! Сначала готовим отвар. Берем небольшой вилок краснокочанной капусты. У меня весом 1 кг и 300 граммов. Режем его средними кубиками. Затем перекладываем все в кастрюлю и заливаем водой комнатной температуры, так, чтобы уровень жидкости был наравне с уровнем капусты. Дальше отправляем кастрюлю на плиту и ждем, пока закипит. С этого момента варим капусту на небольшом огне 15-20 минут. Капуста должна стать мягкой, а отвар фиолетовым. Выключаем огонь и даем отвару настояться под закрытой крышкой до полного остывания. Часов 5-6. Можно оставить на ночь. В это время варим яйца. Складываем их в кастрюлю, заливаем водой комнатной температуры и отправляем на плиту. Соль добавлять не нужно. Варим яйца с момента закипания 7-8 минут. Затем погружаем их на пару минут в холодную воду, достаем на бумажное полотенце и даем полностью остыть. Дальше процеживаем отвар через сито. И добавляем 9% столовый уксус. Из расчета 1 столовая ложка уксуса на 1 литр отвара. Теперь берем размягченное сливочное масло, смазываем краешек кисточки, наносим на вареное сухое холодное яйцо произвольные мазки. И опускаем его в холодный отвар. Таким образом поступаем со всеми яйцами. Посуда должна быть такой, чтобы яйца лежали в ней свободно, не касаясь друг друга. Оставляем яйца краситься. Время окрашивания может длиться от 1 часа до 24, в зависимости от того, какой интенсивности цвет мы хотим получить. Чем дольше яйца находятся в отваре, тем темнее они становятся. Окрашенные яйца достаем из отвара, промакиваем бумажными салфетками и даем полностью высохнуть. После чего для усиления блеска натираем их подсолнечным маслом. Вот и все. Красивые, необычные пасхальные яйца готовы. Если вам понравился мой способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.